Форсаж достал, пора менять место работы. Пойду к приятелю в автогермес, в транспортный отдел. Там же лысых любят. Вот только у меня никогда не было водительских прав, но мой лысый друг меня успокоил. В России это не проблема. Что я могу сказать о российско-итальянских отношениях? Дело в том, что Италия подарила России «Ладу», но а я в довесок автогермесу предлагаю себя. Шоу-бизнес достал. Хочется вспомнить детство, как я откручивал и закручивал гайки. Это настоящая мужская работа. На днях отправил резюме в отдел кадров автогермеса. Жду не дождусь собеседования. В последнее время так много друзей уезжают в Россию. Я тоже думал, но что я там буду делать? Может, устроюсь в автогермес механиком или диагностом? Устраивают по трудовой, плюс полный соцпакет. Никаких проблем. И вот такая зарплата. Планирую купить автомобиль в кредит. Гастроли все больше, а денег все меньше. И хочу застраховать его в автогермесе. В кредитно-страховом брокере. И если дадите, спасибо, низкий процент, я вам подарю стильный оранжевый галстук. По рукам. Я хочу предложить автогермесу свой новый проект — сигнализацию «Терминатор». Ведь это чумовая штука, которая сэкономит вам миллионы рублей. Секрет очень прост. Никакой сигнализации не устанавливаем, а просто вешаем на стекло мой портрет. Была у меня тут машинка от автогермеса, и я попал в аварию, еле выжил. Обратился в гарантийный отдел, и ребята все сделали на самом высоком уровне. Правда, когда пришлось раздавать автографы, снова еле выжил. И от счастья чуть опять Оскар не забыл. До расставания мы с Брэдом перепробовали всех. В нашей семье были японец, американец, немец, француз и даже русский. Автомобиль. А у меня не было корейца, поэтому я в Москве. А где же еще купить Hyundai? Менеджеры по продажам автогермеса, ждите меня завтра. С меня стриптиз. Если бы я родился в России, я бы наверняка пошел работать в автогермес. Например, в отдел по продаже БУ автомобилей, или вот хороший отдел, отдел маркетинга в автогермесе. А я родился в Америке, поэтому пришлось стать артистом. А вас, друзья, я от всей души поздравляю. 20 лет, с ума сойти. Итак, по вопросу санкций. Ой, сейчас, секунду. Трамп смс-ку написал. Итак, друзья. В честь 20-летнего юбилея автогермеса санкции против России снимаются. Автогермес. Да, знаю. Я слышал, ребята оттуда неплохо в футбол играют. Планирую уходить из мадридского Реала и присоединиться к ребятам. Правда, не уверен, устроит ли их мой уровень игры в футбол. Я вообще-то к машинам отношусь довольно прохладно. Мне по душе бизнес-джеты и старинные замки. Сердечно поздравляю вас с 20-летием и
Пользуясь случаем, приглашаю вас отметить следующий юбилей у меня в Лондоне. Для автогермеса All Inclusive.